Да, подключим. Я просто не хотел вызвать их в толбу. А, иди сюда. Антенны, какие-то построечки, это станция раннего оповещения армии обороны Израиля, тут до ливанской границы совсем ничего, все рядышком. А вот слева, полный, на котором ничего не построено, это и есть вот та знаменитая гора Мирон, в основании которой похоронен один из еврейских мудрецов, главный раби Шимон бар Йохай. Почти 2000 лет назад он там был похоронен. Это человек, который написал книгу, на иврите называется «Зоар» или «Свечение». Это была первая книга о Кабале. Книга эта долгое время была утеряна, а в средние века чудесным образом была обретена в каком-то антикварном магазине в Праге. И книгу эту стали размножать, стали печатать, и все секреты Кабалы.